Внимание на старт. Участники пятой скачки в боксах. И дан старт скачки. Плохо принимает старт стратегия. А вперед выходит Тисотерск. Тисотерск впереди. Стратегия броском выходит на второе место. Далее Горностай-Терск и Вексель-Терск. Впереди Тисотерск. Стратегия второй. Вексель-Терск и замыкает Горностай-Терск. 500 метров пройдены за 35,2 секунды. Выход на финишную прямую. Компанию выводит Тисотерск. Вексель-Терск выходит на второе место. Стратегия третий. Замыкает Горностай-Терск. По финишной прямой Тисотерск лидирует с большим преимуществом. Вексель-Терск вторым. Стратегия третий. И Горностай-Терск далеко сзади. Кубок заводчиков лошадей арабской породы выигрывает Тисотерск. Вексель-Терск вторым. Стратегия третий. Горностай-Терск четвертым.